Так, суп у меня потек. Говорю, вот такой я суп, короче, морковка и лук, он сейчас убежит. Морковка и лук и 4 голени. Диетический суп. А что делать? Картошку нельзя, муку нельзя, сахар нельзя. Пусть полчаса варится. И Масик наворачивает хлеб с повидлом. Сегодня обещали без осадков, блин. Поехал, в дождь попали. Тучи затянуло, дождик пошел. Сейчас нету дождя, он моросил. Я съездил в Тушму, в сервис туда. Съездил в этот в центр, через центр проехал. Короче, 45 метров я намотал уже сегодня. Самое главное, что я сегодня наконец-то треск победил в колесе. То есть я протянул спицы. Я все по кругу протянул. Притом с одной стороны они затянутые были, а с другой стороны слабые были. Вот одну сторону полностью протянул. Где-то полоборота, где-то три оборота были спицы по-разному. Потом вывесил колесо. Получилась восьмерка одна, небольшая. Все, я эту восьмерку исправил. Стало ровно. Немножко диск начал тереть. Раз спицами притянулось, сместилось, хотя нет, не должно сместиться, но диск почему-то начал тереть, подрегулировал тормоза, и все, и поехал в Пышму, никакого треска, полная тишина, велосипед тихо-тихо едет, без всякого треска. Кушочек. Все, пусть супик варится, полуторку сделаю. Таймер на полчаса поставлю. И все. Завтра БЛП. Большое летнее приключение. На 7 ключах. Наверное, съездим с Зимасиком. Ладно. Так, распаковочка небольшая. Пришли у меня 4 фонарика, один у меня сгорел. Где-то пришли у меня набор блесеночек. Такой. Вертляки. И короче, вот всякие разные такие вот блесеночки. На окунька. На мелкую щучку. Что упадет. Тихонечку арсенал рыбацкий копится. Возьми папа бумагу. Мама сама справится. Вот ты знаешь, чем она справится? Дай мне лучше, я тебе вот другой дам. Нет. А? Да неправда. Чё, он чё? Горяченький. Ну-ка.
Он меня определяет, может. 36,7. Ну-ка на меня направь. Тридцать шесть и два. Ну-ка, я сейчас еще измерю, у меня есть сейчас с собой термометр. А себе? Горячая она или нет? Или мне уже кажется? Видите? А почему 36,6 показано? Да, он неправильно показывает. 36,5. Неправильно показано? Хорошо, давай чуть теплое сейчас, вот, что потеплее. Давай чайник скипятим. Ну, это надо, другая она будет показывать. Вот кастрюля теплая, тоже 36,5. Я говорю, он тебя не нравится. Хрень какая-то, блядь. Все достало, блядь. Я просто не могу это. Мне сейчас, подожди. Надо. Я тоже не могу. Сейчас обмерю я. У меня электронный тоже, но это он правильно показывает. Вообще-то нет, вроде нету. Вроде нету, но сейчас измерим. Это поедем. Вообще непонятно. Что-то никто вам не собирала. Шапку еще. Тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики. Что, папа, это я тебе принесла батарейку-то? И наверное, я тебе ее не дам. Какая-то, не знаю. В смысле, не отдашь? Ну, мне еще завтра надо. Угу. Ладно? Ладно. Да, не отдам. Только ты мне скажи это, еще зарядить мне надо? Или не надо? А там сколько процентов? Шестьдесят семь. Хватит тебе еще. Я хоть доволен, что я сегодня колесо наконец-то переднее сделал. Иди сюда, постой снова. Не трещит ни хрена оно. Эй, мафия. Эй. Мафия. Вот пересмотри, как ты интересно. Эй. Прям сразу изменился. Эй. Мафия. Эй. Эй. Поведение его изменилось. Эй. Эй. Вчера он был злой, как собака, а сегодня вот же смотри, ангел лопается. И мафия. И с ребенком разговаривает. Мафия. И сихикоси. Вам вчера тоже нормально вроде бы. Между слабую восстановить остальную. И. Давай попробуем. И. 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 Масянька. 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 А. Вот эти яйца вперед, которые вот здесь лежат. Угу. И. И. Ты убрался уже, что ли? Погоди он. Нет, домой. Алло. И. Мафия. Мафия. А ты пришел, что ли? Тепленький какой-то он. Не верили температуру-то? 38. 38? А что, он улыбается, что-то все хорошо у него. Ну, у него
но он же еще не понимает. Так 38 надо что-то делать. Мы уже сделали. Сделали? Она ему поставила свечку, он ее выкакал. Ну. И. Сейчас пойдут опять Даниэль мыть и снова свечку ставить. А я такой большой камень выглядел, мать. Три камень. Что там крачки-то как забирать? Дима, не лезь. Надо, я не знаю, ты сможешь забрать? Мы сможем съездить на велосипеде с Димасиком? Но папа, надо еще резинки купить там. Ну, купим что-то. Там есть резинки? Я не видела, но должно быть, я думаю. Свечки есть детские? А мне же надо деньги тебе дать. Нет. Так ты ему перечисли на карту, он рассчитает. Сколько там осталось? И. Вообще-то мне не пришли элементы еще. И. Ну я так какие перевела 2,5. Так это же не мои деньги. А чьи? Это на. Я сколько-то заработала, сколько-то надо Сереге перевести. Нет, подожди, я тебе 2,5 перевела. А, так мне еще 3,600 надо всего-то. Ну так 2,5 добавь там сколько? Эй, ты горячий, блин. Я уже, вот видишь, свечку поставила на стену. Давай я тебе переведу тогда. Нет, подожди, ты, это, он туда приедет, позволит тебе сказать, сколько надо. 3,600, ладно, приедет туда, я тебе сейчас квитанцию дам. И резинку покупите тогда. Надо с Димой приезжать, потому что он мерить будет. Да, надо, чтобы Дима мерил. Папа, рано это, мне в 9 утра заказ уже вести. Что завтра? В 9 утра уже вести заказ. Ну так и что? А? Ну, они во сколько там открываются? Мы съездим, еще и на БЛП съездим. У меня в СМС-ке написано. Ну, я папа как... и это самое, заберет Диму-то. Ну да, в это время заберешь. Съездит заодно. Так, часы в субботу, с 12 до 5. Да. Они работают с 12 до 5? В субботу, да, биплан подожди. Ну, в 12, значит, приедем. С утра съездим на БЛП. И все, и потом поедем. Биплан, да. Самому все-таки. Да, завтра с 12 до 5 они будут. Ну, хорошо, хорошо. Ну, мы к 10 поедем на БЛП. Я квитанцию отдам. Купите резинку. Ты в 9, да, уезжаешь? В 9 мне надо. Вот, короче, сама выходи и Димасика за собой тащи и сюда, ну, приводи. Понятное дело. Мы ему записку купили, чтобы он тебя позавтракал, потому что я не успею. По дороге. Руки у меня холодные, да, и вот, видишь, хорошо. Охлаждаю. Где? Мафия. Дим, резинку не забудьте купить. Слышишь? Обязательно. На новые очки. Обязательно. А это что такое у меня? А это что за деньги? 950. А это что за деньги вообще? Залет, наверное, хуйня. Не-не-не, это мои деньги. Это мои деньги. Нет, сейчас, это что это за деньги? Да 5000. Это со вчера, по-моему. Да я 5000 заработал. Это я заработал. Еще 950. А ты у меня-то деньги забрал? Ты заколебала меня уже. Я хотела... Да, ты у меня уж все деньги старобанил. Стой здесь, я чтобы не упал. Я тебе наличку даю, ты стала, тебе удобно. Вот и все. Что ты пристала-то? Я просто не знаю, что за деньги. Я без очков ничего не вижу. Не надо, я сама надевать очки. Давай. Ты не сможешь сделать там, потому что я от душа не ложу. Ой. А что мне это, мам, платье-то? Как нести? Я тебе прямо сиськи. Стой. Я до дома тогда не Ню. Я тебя не плачу. Да как? А мы-то не виням. Грызет мне подбородок и все. Почему нет? А и ухо сейчас оторвет. Ты йогурт до сих пор не меня один раз подбородок грызанул и заплакал сразу. Укололся, видимо.
тоже классно. Дима, когда маленький был. А, Дима? А что ты сделал? Нет, конечно, Макс. А, Макс? А что ты сделал? Подбородок мой соснул. Конечно. Давай, ну, колючий же, колючий, ну потрогай. Ну, интересно, полосы, все. Дима, тебе завтра вообще рано вставать. Да, Дима, завтра ты рано здесь. Мы с тобой поедем на БЛП к 10 часам, а оттуда уже поедем в центр за очками. В это время 5 утра, ни хрена не спится. Может, выспался уже. Я же тут пришел. Короче, читаю комменты, да? Тут просто жизнь в велоблог превратился. Тут пишет, значит. Что нарочно решил там, короче, велоблоги называть и просто жизнь для увеличения просмотров каких-то. Будем за такое ставить дизлайки, отписываться. Это уже давно не работает, эти ваши все дизлайки, отписки, блять, это такой бред. Ну да ладно, значит, я сейчас уже велоблоги не снимаю. То есть камера теперь у меня не включена постоянно, когда езжу на велосипеде. То есть я включаю только сюжеты какие-то конкретные. Как обычно, их бы камера, если бы я, допустим, не на велосипеде бы ехал, а пешком бы ходил, или на машине бы поехал бы. То есть все, велоблогов больше не будет. Эта тема закрыта. Отдельной рубрики никакой не будет. Вот. И то, что вот пишут вот это, да, что велоблог превратился. Ну, это я сам виноват, вас приучил просто отдельно велоблоги и так далее. Все, теперь велоблогов не будет. Теперь будет только просто жизнь. Без всякой темы. Что там внутри, абсолютно похер. Снимается все подряд. На велосипеде, это тоже жизнь. Дома, пешком, туда-сюда, внуки и так далее. Так что тема эта закрыта раз и навсегда. Велоблоги закончились. Все, больше как отдельной рубрики этой уже не будет. Флешка у меня накрылась на 64. Вот, а это 32-я. Писать, то все подряд, потом монтировать. Я уже не монтирую в Sony Vegas, потому что это долго. Вот. Так что вот сразу говорю, все. Велоблогов нету больше. Все, тема закрыта. И кто, значит, дальше продолжает писать, да, что, значит, превратилась просто жизнь в велоблог и так далее, я просто блокирую. Просто блокирую и все. Без разговоров. Неважно, старый это подписчик, не старый. И все эти подписки мне абсолютно нахер не нужны. Просмотры нахер не нужны. Никакой монетизации нету вообще. Давно уже. И особо-то и снимать-то уже неохота ни хрена. То есть канал, я не знаю, я могу вообще просто его закрыть. По сути, он как бы нахер не нужен. Единственное, что привычка осталась просто ходить снимать и все. Я даже комментарии не читаю. Вот видео выпустил, и вот только сейчас вот зашел. Просто и то переключил канал, чтобы посмотреть, какие видео на этом канале в рекомендации выскакивают. А комментарии уже давно не читаю. И не читаю, и не пишу ничего. Сегодня, короче, обещают жару. 35 градусов.
Может, 32-33 точно будет. Димасик уже тут. Он доедает. Поедем, съездим на БЛП. Посмотрю, что там. Просто сниму, как бы там, ну, большое летнее приключение велосипедиста. А потом оттуда поедем уже в центр. К 12 часам на очки у Димы забрать. Очки сделали. Солнышко уехало с Кузькой. Кузька там поехала по работе. День сегодня будет. Димасик просит куда-то на озеро съездить. Не знаю куда. Спецзарядил. Наверное, еще нужно зарядиться. Да зарядиться будет, чтобы еще раз съездить. Не знаю, как геморрой себя будет вести. Называются Палкинские палатки. А это Пепелев КП-1. Да, 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 при выезде на асфальт уже снова после Палкина. Ясно, ну вот такой сюрприз. А Павел Батурин, тебя здесь ищет девушка симпатичная. По имени? Лилия. Лилия ищет Павла. А вон он находится, там, где арка. Да, здесь вот тем временем такой электровелосипед прибыл для старта на большом летнем приключении. Интересно, заряда на всю дистанцию хватит, нет? Давайте, успехов вам. Кого? Да, еще участники стартуют на 110 километров. Я думаю, все уже в пути, оказывается, не все еще успели отыграть свое стартовое положение. Ну, а тем временем первые участники, скорее всего, уже ко второму пункту питания. Пока отметка еще оттуда не последовала, но... Да, вот мы видим электровелосипед добрый сегодня здесь. Едем на первое КП с небольшой колонной. Где остальные? Сзади двое едут. Градусов. 30 уже, да? Угу. Так долго мы этого ждали. Пропустим. Так долго мы ждали. Да. Ни разу такого не было. Так долго мы этого ждали. И наконец-то мы. Да. Очень сжато. А у Кости, наверное, сейчас гроза идет, иди тоже. Наверное. Ну или у него тоже. У него да, там. Это все. Это первый кота. Да. Да. Все, второе там идет на чертово городище получается. Чертово городище. Да. Ехали обратно? Обратно не будем все. Смотри, 110, 75, 97. 110, я так и понял, на чертово городище туда. Маршрут. БЛП. Опа. На 110 не поедем? А? Не поедем, поедем. Нет. Приехали. Ты что, кусают уже комары? Ничего. Да. Да вы где? Где
Поехали, девочка. Сейчас поедем. Поехали. Что, уже закусали, что ли? Не, брызгалка есть. Поехали. Все, все, поехали давай. Отметились, ладно. Ну что, мы дальше не поедем? Куда дальше? Дальше у нас дела уже, все. Кузьма-то уже проскочил здесь. Кузьма-то уже тут проскочил. Какой Кузьма? Это тоже электровелосипедист. Колонна. Тише, тише, ждем. Тихо, тихо, Дима, 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 голову. Ой, где-то колонна. Я же не вижу ничего. Вот ничего. Вот давай сейчас посмотрим здесь. Опа. Тоже хочется порыбачить, блин. Откуда? Хер его знает. Но здесь я ловил еще в 80-х в конце. Подлещика хорошего таскал. Сейчас уже его нет, наверное, ни хрена тут. Ну из Урала поехали, девочка. Еще соседям на прием. Сейчас там ездили на два дня вообще ничего. Ничего нету, да. Либо ночью, когда не будет. Вот единственное, остается только... Да. Быстрее нас. Да. А, ну, там тоже, вот раньше там ловил, даже 90-е начало, по 30-40 килограмм подлещика за два дня ловил. А сейчас тоже сидят они, одна-две штучки и все. Я вот ездил, да, то есть в конце мая где-то, со мной, ну я на удочку что-то вплыл, поехал. Ну так, я там первый раз, мужик с фидером сидел, он говорит, вообще типа... Ну я говорю, все изменилось уже. Поехали! Дядька. Че? Поехали. Ладно, удачки вам. Большое летнее приключение. А, блин, Дима. Если пойдем. Блин, я уже хотел. Блять. Мышцы не хватает. А я уже хотел. Я уже хотел. Что ты хотел? Стоп, 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 стоп. Я уже хотел. Что ты хотел? Я уже хотел. Сюда, 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 сюда. Сюда. Я уже хотел крайне небо поднимать. Хреновые у тебя меры. Они вызывают агрессию. И такой вот, как будто ты в пересыпи вышел на улицу. Такой же запах моря, жары. Спид заряжается, 80% двумя зарядниками. Я сейчас, короче, тут суп свой варю. Лук, морковка. И 4 лапки варить. Натру морковку. Требуется домашник. 4 года я готов.
еду. Тарелка овощей. Ну, сейчас подождем минут 10, закину. Вот такая вот штучка получается. Надо сейчас запариться. На троечку. Что? Почистить морковку, что ли? А словами сказать нельзя? Так, ну вот мы на 8 марта взяли очки, пойдем покажись. Очки забрали. Поехали на фонтан. Вон Димасик в фонтане. В желтой футболке. И в шапке. Хоть бы шапку бы снял. Жарище, блин, сгорю, тут тени даже нет нигде, блин, ё-моё, вообще капец. Вот здесь делали тротуарную плитку, вымостили полностью. Вот в таком состоянии у нас плотина находится, в разрушенном. Капец. Никто не ремонтирует ничего. Когда же этот мост закончит и наполнит реку водой? Вообще воды нет. Скоро же все. Доехали мы с Димасиком до Бургер Кинга Ионова опять. Что там дали-то хоть? Салфетки. Раздует их, колу поставь на них. Там еще салфетки есть. С кунжутом. Тоже поставь вот так. Колу. Во, чтобы не сдуло ее. И наяривай. Котлеты с говядиной? Нет. Нет, с говядиной. Да пусть съешь давай. Вот почему-то дома ты ни макароны, ни мясо так не кусаешь, как здесь сразу полбулки. А здесь конкретно раз полбулки сразу, блин. Вот приучили всякие американцы своими Макдональдсами, Бургер Кингами. Добрались до дома, кондер врублен на полную катушку. Не завидую я сегодня БЛПшникам, большое летнее приключение. На 110 километров они там поехали. Чертово городище и сеть. Это просто... Как они там, блин, без воды. Воды, наверное, столько надо. Вот здесь. Тут солнце как бы 40, а так 35 стоит. На улице конкретно там стоит 35. Ой, все, надо остывать немножко. Чуть-чуть. Вот у меня все мокрое. Кеша, ты не замерз? И все нормально, все. Единственное, что хреново, блин, это то, что я сгорел. Я тоже. Вот на плечо полностью сгорело. Это сгорело полностью. Ночка будет, наверное, у меня хорошая.
А ты что сгорел где? Что ты не сгорел? Ты в фонтане сидел. А у меня все щипит. Конкретно, блядь. А что-то одеть такое жарко. Даже на ходу едешь, и то жарко, блин. О, ты сгорел. Вообще, блин, конкретно все. Да ты вообще чокнутый. Все щипит, блин. Да ты хоть бы мазался. Чем? Ты тоже сгорел? Ты далеко. Батька, пойдем в магазин. Куда? Пойдем, я вам покажу. Подожди сейчас. Надо оттуда снимать. Ой, положи это. Сейчас. Вот это арбуз. Не знаю, сейчас завершу дела свои. Вот как. Все. Сегодня вот так мы гуляем. Вот видите. Ну что, возьмите мне. Лось бежит. А мы сейчас смотрели с Кузькой. А, вообще. Ничего. Да я папе скидывала в гараж. В гараж заезжала девка. Угу. Ну, Масю, ну, возьмите кто-нибудь. А, Масюка. Давай. И он сразу давай ему нос кусать. Ой, ну ты вообще, я не узнаю, где мне ноги привыкать опять. Пойдем посмотрим. Резинку надо. Так, а покажи. Да купим мы резинку-то. Супер, да? Смотри. Все видно, да? Мама! Что там внутри? Там лось! Сделай потише только, Мася сейчас напугает. Потише сделай, Мася напугает. Вот, смотри. Мама! Ой! Тормоза отказали. О, а что он орал-то? В окно? Ну эмоции, правда? Нет, эмоции, а, просто, да. Просто ничего не может сделать. Мама, Колечка. Так мама или Колечка? Алло. Мама, Колечка. Мама. Так хватит перематывать одно и то же. А тут что было? Ой. А, вон он, это поднимается. Ну сегодня надо жара вообще конкретно. В центре на фонтане никуда не спрятаться, блин. Слушай, ну под дерево кое-как зашел, блин. Угорели. Сгорел весь нафиг вообще. Мы тоже угорели вообще. Меня ж не хватает. Надо крем защитный купить, значит. Инстаграм-то смотрели. Ты, да? Еще на солнце по солнцу едешь. Инстаграм-то смотрели. Мама, смотри. Смотри, что делать будет. А нужно посмотреть Инстаграм. Бу! Инстаграм нужно посмотреть. А что там опять? Чтобы вывод сделать. Какой опять вывод? Ну, что я опять сделал? Ну ты ничего не сделал. Кому вывод тогда делать? Вывод сделать вам. Кому надо? А что это такое произошло? Что вы опять? Ну, я имею в виду, что он сытый. Что не надо ничего ему макароны какие-нибудь готовить там и так далее. Ты, сука, куда поехала, блядь? Вот так вот. Всем слава. Вот так вот. Не хочешь сделать, Дим, Мася напугаешь. Так он не сделал ты потише. Дима, ты же не сделал потише. Видишь, не работает. Вот, сейчас потише. Надо не здесь делать, а там что, делать. Папа, это? Ты сам, значит, мне весь мозг вынес, что... Нельзя его фастфудом кормить, а сами уже который раз. Вот, в том-то и дело, что нельзя. А его приучили. Ух! И все. И он, вот так вот. Он ничего больше так не ест, как этот.
курицу, он ты поклевал и все. А там доедает так, что у него живот вот такой. Так и не наедаешься ты. На, корми ребенка. А, вчера мы видели, вчера мы видели. Так папа ведет. Приехали в травматологию опять, что Солочке пятка заболела, обострилась. Здравствуйте. Выходишь как на море, такой же запах жары. Да ты. Вообще, как я дал, прямо чувствуется жара. Без кондера. Ну вот ветер еще есть, да? Не было бы ветра. Было бы вообще жопа полная. Ветер еще такой, знаешь, теплый, горячий. Горячий, да. Здрасте. Так что зайдите. Ну это вот этой вот, которая многодетная эта мама. Та еще вот голенько тут сидит. Отдыхает? Ну что у них? Ну что? Где устал, там и отдохнул. Вот куча так и лежит земли. Ты видел они у себя там какие отгрохали? Нет. Эти. Какую решетку они себе там поставили? Нет. О, смотри. Униженный едет. Униженный. Чего он так себя унизил? Непонятно. Видишь, он живет в машине. Видел, да? Все в бутылках. Вон там сколько бутылок, вон стоит. Короче, там вот котлета какая-то лежит. Короче, он в запое уже больше недели. Жена выгнала из дома, видимо. Но она приезжает, она машину ставит здесь, понимаешь? Кондер включаем. Да, то есть она видит его все время. Все, вот он же неделю он здесь живет уже в машине. Главное, продолжает пить. Он там, знаешь, сколько бутылок стоит, лежит. Здесь бутылки, вон, пивные. Там еда какая-то. Ну, деньги, видимо, есть. Ну, что-то потом пьет. Такой, ну... Может, она ему дает? Хрен его знает. Нам вряд ли, зачем ей это нам? Включаем еще задний кондиционер. Побыстрее она отошла. Что, уже нагрелась? На машине так редко уже ездим, блин. Не хочешь с нами завтра ехать? Нет, только намучаюсь. Мы же хотели, чтобы ты на велосипеде ехал, а мы на это. Так вы куда едете? На машине. Вы куда едете? Мы хотели вот на Песчаную. На Песчаную там хер попадете, там, ну, платная стоянка, можете попасть? Заехать, заплатить там где-то. Ну там, понимаешь, вам же надо 3-4 часа там сидеть. Я столько времени там не выдержу на жаре. Я, конечно, тоже бы искупался. Кстати, там написано везде, купание запрещено. Да? Ну, написано. А где у нас вообще можно купаться? Нигде нельзя. А, у нас вообще нигде нельзя? Да. В бассейне, в искусственном. Ну вот это говорит, что там бассейн есть детский, но я не знаю, слушай. Где? Вот это.
Ну это кемпинг. Я не знаю, зачем это нужно. Я не поехал туда. Кемпинг. Ой, как хорошо машина. Ну, мы ехали 35 было. Ну, тоже корзинка такая же. На БЛП съездили, короче, это фигня. БЛП, там народ, понимаешь, вот 5 человек приехало, 5 человек уехало. То есть нет этого массового скопления там, да, вот велосипедистов, этого нету ничего. И вот так вот колонна, знаешь, 3 человека проехало, 2 человека, 10 человек, 3, 2, вот так вот едут. Короче, как это просто веломагистраль там, да, там массовые велосипедисты, там 1000-2000 велосипедистов в одной куче едут, понимаешь? Это массовое. Uh-huh. Это веломагистраль. Короче, сходили, блин, в травму сейчас. В итоге назначили операцию хирурга. Короче, солнышко похоже на велосипеде отъездилось, больше на него не сядет. Выписали бумажки, направление, короче. Сейчас он стоит. Он с мамасиком разговаривает. Нельзя солнечно на велосипеде ездить, просто нельзя. Он так-то мне сказал, что может быть, говорит, если вы уберете это все, может у вас и вот это воспаление будет придет на пятки. Да ничего он не делал, никакой снимок, он так потрогал и все, он говорит. Сразу это видно, говорит, что она у вас, говорит, там отсинхровалась, вот эта гематома. Сверху, говорит, ее не видно, а внутри она есть. И, ну и это. Нет, сверху-то прошло, а внутри-то синяк. Да. Сказал, что это надо резать. Промывать, да, или что? Убирать оттуда все надо. Ну, промывать. Ну, что, надо идти в этот хирург, куда там? Ладно, мам, давай. Потом пойдем. Thank you.
Так надо к хирургу именно в кабинет, да, получается? Да, он сказал в поликлинику записывать. Так это долго записываться, может, в диагностический центр зайти сюда? Ну, он сказал, неважно, к какому вы. Ну? Где это мои бумажки? Вот они. По диагностический центр. Заплатили хоть, там и все. Хоть да. Куда идите. Ну, а то у нас же поликлинику хирургу записаться, это, знаешь, месяц ждать. Вот он мне сказал этот немулит купить, чтобы я ходить могла. Сейчас заедем. И гель. Что он тут вообще написал? Воспаление спровоцировано шпоры, шпоры, образование шпора. Точно написано, шпора спровоцированная травмой. Вот так, в простонародье. Ну, раритет, велосипед. Вот, кстати, они понабрали вот этих велосипедов за 300 рублей. И он мне говорит, ты что, говорит, вы ко мне, говорит, за шпоры. Я говорю, я откуда знаю, шпоры это или нет. Я никогда раньше не болела. В том-то все и дело. Вы что-то мне, говорю, прям говорите так, как будто я медик. И говорю, я знаю, что у меня болит. Ну, он-то видишь, он видит как каждые 10 минут таких пациентов. Соответственно, для него это считается, что какого хера ты пришла. Так, вот взял помидор. Помидоры розовые. Такие помидоры. Дай телефон. Опять? А, представляешь, сколько минут? У меня уже 7 минут израсходовал. 7 минут, наверное, израсходовал. А то, как баланс проверяется? Звездочка 105 решетка. Сначала приходит сколько сумма, а потом... Звездочка 105 решетка. Решетка. Сначала приходит там сумма, а потом уже... Остаток 21 рубль, ну это понятно. А сегодня остатки пакетов. Безлимитные звонки на телефон 488 минут. Ну, отлично. Ну, так до хрена еще. Можно интернета 25 гигов. Ну, интернет, это надо фильмы смотреть, наверное, в онлайн, чтобы не израсходовать их. Но... Завтра хирургу идем в 11. Потом, наверное, повязку наложат. Ну, наверное... вообще, я покупалась, короче. Ну да, завтра уже никаких этих карапузик. Скоро Максик также будет ходить. Мазят? Да, через годик. Ну, и козик лезет. Угу. Не хочу я там через выездной тут ехать. Красный как горит. Какой там горит, я не знаю. Красный, да. Выскочим сюда сразу. Да, кондёр хорошо гасит ситуацию. Сенок, в общем, завтра вы едете одни, потому что я иду к хирургу. Вот, на операцию. Будут резать ногу. Но вот эта вот шишка на ноге у меня, которая, это осунковавшаяся гематома. Он сказал, лучше ее убрать. Тонированный в хлам. Вот. Еще и опущенный. А в результате этой травмы спровоцировалась шпора на ноге. Да. К
КамАЗ, колесо спущенное, блин. А, я говорю, а что такое, говорю, это шпора? Ну, предупреди. Говорит, это, говорит, воспаление надкосницы. Ну вот он говорит, может, если вы... Колесо спущено! Колесо! Че орешь-то? Да потому что человек сейчас... Да и насрать! А да и как насрать? Ты что насрать? Нихера себе! Колесо знаешь, сколько стоит? В общем, ты в ухо мне прям крикнул. Я ему крикнул, чтобы он услышал. Ты ему крикнул, а у него еще и бетон, понимаешь, до кучи. Да, и в общем, короче, он говорит, что может, если вы уберете гематому, может, у вас и там воспаление пройдет. А сейчас, говорит, у вас все завязано, говорит, все связки, говорит. В общем, эта гематома, она там внутри связок находится. Там связки, говорит, здесь очень сильные. Они, скорее всего, удержали эту кровь. Вот сверху, как говорит, на коже, то она прошла, а внутри осталась. Очень резать меня будет. А когда? Но завтра я пойду на прием, а он уже там решит, когда меня резать. Завтра или когда? Платно? Подготовить. А как? Конечно, платно. А в нашу месяц ждать? Бесплатно я тут буду неизвестно сколько месяц-два ждать, да. Еще неизвестно, как сделают. Сделать-то, может, и сделают, но ждать долго. Тем более, что еще к этому времени осложнений никакой не будет. Тем более, еще что-нибудь начнется. Ну. Это же ноги. Вот он тоже туда же едет, как и тот. Сейчас он ему поможет, наверное, колесо сделать. Ну да, он сказал, что вот ее надо вскрыть. Все удалить там, то, что осунковалось. Вот, вычистить все там. Нет, это кровь. Кровь запеклась она там внутри. Внутри. Очень сильный был удар. Лопнулись. А там связки очень такие сильные в этом месте. Они закрыли эту кровь внутри себя. И все, она там осталась. Я вот боюсь, как бы он мне связки не повредил на ноге. Что я потом вообще ходить не смогу. Сегодня солнце сходило, осветило иконки, которые там в Гранатовой бухте брали. Вот. В общем, туда ее надо повесить сейчас в угол. Немножко крепление сделаю. Все повесил. Кеша! Кеша! Кешенька. Собрал тут спиннинг. Коты с ума сошли. Кушочек. Только вот этот спокойный сидит. Это вот что-то пытается. Кеша! Катушка так себе, конечно, вообще ни о чем, можно сказать. Может, потом заменю, но на первое время попробую, конечно, и поиграться. Леску надо тончайшую сюда поставить, какую-нибудь 0,18, 0,02, может быть 0,15. Маленькие блесеночки кидать на конька. На щуку-то, конечно. Ну, у нас тут не поймать щуку, блин, хотя бы окунька мелкого подергать. Маховые удочки должны скоро прийти, дня через 4, через 3-4. Потом пойду снасти покупать. Буду делать снасти, поводочки. И снасти я буду делать тончайшие. То есть, чтобы поплавок был спортивный. И чтобы, соответственно, лесочка была 0,1. Тоненькая, поплавочек тоненький, грузила. Пару крючков
четверку, пятерку. И попробую съездить. Первое на Исетское озеро. С утречка. Посидеть, может, пару чебочков поймать. Давно уж не ловил. На хлеб, именно на хлеб ловить. Потому что я другую наживку не признаю. Вот, и хлеб я, наверное, испеку свой, сам испеку. Потому что он такой становится, молочный хлеб. И вот попробую на него там половить. Потом можно, конечно, поэкспериментировать, там в печку добавить. Ну, в смысле, это, в муку добавить, например, анис какой-нибудь, жмых там, я не знаю, масла подсолнечного побольше. Тоже эксперименты потом. Но пока просто молочный хлеб сделаю. И буду по-своему ловить.